Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Саша. На этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня приготовим фаршированные перцы. Делаются они просто, но получаются вкусными и полезными. Прекрасно подойдут для обеда, ужина или даже для праздничного стола. Нет никаких строгих правил по ингредиентам. Отталкивайтесь от ваших фантазий и предпочтений. Например, можно заменить говяжий фарш на куриный, сметану на натуральный йогурт, а жирный сыр на диетический или вообще его не добавлять. Давайте начнем. Натираем сыр. Грибы лучше предварительно обжарить на сковороде без масла, чтобы из них ушла лишняя вода. В этот раз я этого не делаю, поэтому перцы получатся очень сочными внутри. Сначала подготовим овощи. Разрезаем перцы пополам. Достаем из них семечки. Плодоножку обычно оставляю, хоть и в этот раз она у меня практически отсутствует. С ней блюдо, на мой взгляд, выглядит красивее. Теперь займемся начинкой. Берем фарш, добавляем грибы, черный перец, соль и сметану. Перемешиваем массу до однородности. У меня получилась вот такая консистенция. Теперь приступаем к фаршировке перцев. Просто раскладываем нашу начинку по половинкам перцев. Отправляем перцы в разогретую до 210 градусов духовку на 30-40 минут. За 10-15 минут до готовности посыпаем перцы сыром. У меня прошло 35 минут, вот что получилось. Сочные, ароматные, аппетитные и вкусные перцы. Подписывайтесь на мой канал, делитесь в комментариях опытом, пожеланиями и предложениями. До встречи в новых видео!